Обращаться, но только по другому поводу. В СМИ и к продавцам горючего шымкентские водители. Литр 92-го на юге страны подорожал и теперь обходится от 135 до 137 тенге. Как сообщили в Ассоциации юридических лиц, в октябре автозаправочные станции недополучили около 10 тысяч тонн топлива. Причину дефицита связывают с плановым ремонтом на НПЗ Шымкента. Ну и в условиях рыночных отношений продавцы сами могут устанавливать цены на бензин и распределять запасы. Это же происходит и с дизельным топливом. С утра до вечера поедет, ребенка сходить, забрать, школу отвезти. Это около еще 400 тенге сверху, это на 1400 получается. До этого мы заливали на 1000, хватало. На сегодняшний день где-то до 35-40% у нас поставляется из России. В связи с этим пока полностью не проходят наши заводы модернизации, полностью не будет обеспечено. Поэтому на сегодняшний день из России завозят высокую цену, из Павлодара тоже дорога длинная, как говорится, ЖД-тариф. Поэтому у нас есть нехватка цены.